Друзья, добрый день! Сегодня мы с вами поговорим про новинки 15-го периода каталога Faberlic в этом самом каталоге. Но сначала позвольте представиться. Меня зовут Мустафин Рустем, я бренд-директор категории «Волосы». Мы с вами уже почти год общаемся про самые актуальные тренды в волосах, про новинки, про наши классные новые продукты и в том числе и про наши классические продукты, наши хиты – и про технологии, в том числе окрашивания. Всем еще раз добрый день. Пожалуйста, поставьте плюсик, слышно меня ли, видно хорошо, и напишите, откуда вы к нам присоединились, чтобы мы знали, кто с нами сегодня. Так, пожалуйста, у кого нет видео, это один человек или нет? Если у кого-то нет видео, тогда нужно перезагружать... перезайти в вебинарную комнату. Если в целом видео есть, тогда я понимаю по плюсикам, что все-таки в целом у нас нормальная связь, все есть. Так, Алтайский край, Красноярск, здравствуйте, Вологодская область. Что сказать может, мы наконец-то, мне кажется, входим в привычное русло, да, у нас уже осень, уже наш горячий сезон наступает, и мы, конечно, здесь не можем не предлагать классные новинки для наших клиентов. На самом деле, эта осень будет очень урожайной, и мы начали, по сути, сезон уже в августе запуском новой серии «Арису». Я надеюсь, что вы ее попробовали, оценили и можете даже дать свою обратную связь. Вот. И начиная с 15-го каталога, у нас будут выходить новинки практически в каждом каталоге. В 15-м, 16-м, 17-м каталогах будут новиночки. Да? И это позволит нам, так скажем, встретить Новый год, подойти к сезону во всеоружии. Вот, и надо сказать, что мы как раз начинаем с 15-го каталога, у нас здесь две новинки, это серия Lanolin, серия Love с Lanolin, о которой уже рассказывал моя коллега на днях, я надеюсь, что вы тоже попробуете, оцените те замечательные шампуни и бальзам, которые мы сделали в рамках этой серии для всей семьи. Я отмечу, что как раз вот в серии Love есть шампунь «Сила и блеск», который как раз для всей семьи 4+, то есть его можно использовать действительно даже для детей. Вот. Теперь, что касается темы сегодняшней встречи, да, что мы запускаем в нашей любимой серии «Эксперт», это одна из наших хит-серий, одна из самых популярных, мы запускаем тоже уже любимую вами лимитную серию «Winter Care». Вот так она будет выглядеть в каталоге, я думаю, что кто-то из вас уже это мог видеть, да, замечательный макет и... так скажем, очень с хорошим настроением, да, с, так скажем, с тем, что мы ждем от зимы, не только стужи и мороза, но и веселье, прогулок на улице и так далее. Вот, и здесь что же, в чем вопрос, почему у нас возникает необходимость какого-то отдельного варианта ухода для зимы, не только потому, что мы хотим вас порадовать новиночками, да, но и потому, что действительно зимой меняется у нас, зимой у нас серьезно изменяются условия, в которых мы находимся. Это контраст температур, то есть это в помещении все-таки тепло, топят батареи, соответственно, они сушат воздух, и мы сталкиваемся с сухим воздухом. Потом мы все чаще используем фены для того, чтобы высушить волосы, да, и пойти на работу, либо заняться своими делами. Потом, когда мы выходим на улицу, то мы из тепла переходим сразу резко в холод, и это, естественно, тоже сказывается определенным образом. Где-то климат более влажный, где-то более сухой, но так или иначе это как бы усугубляет этот вот контраст для волос и кожи головы. Вот. И таким образом получается, что волосы находятся в таком более серьезном стрессе. Мы об этом уже с вами разговаривали, когда мы презентовали Summer Care, и о том, что у волоса есть внутренняя часть, как бы ядро, да, есть кутикула, внешняя часть. И так получается, что у нас в процессе взаимодействие вот с разными атмосферными явлениями, с температурой и так далее, конечно, у нас повреждается прежде всего поверхностная часть волоса, кутикула, а потом уже дальше следующим шагом, конечно, при пересушивании волос, в частности, пересушивании феном, например, да, уже, конечно, повреждается и ядро волоса, и это приводит к тому, что он больше склонен к тому, чтобы сечься, обламываться и таким образом, ну, повреждаться, одним словом, да. И получается, что в результате мы... хотели бы быть хорошо, иметь классные волосы, красивые, блестящие, длинные или не очень. Вот. Но зимой очевидно, что дело сложнее. И поэтому уже в 15-м каталоге, который у нас стартует вот с понедельника, с 5 октября,
сразу после моего дня рождения. Вот, а для наших VIP-клиентов уже 2 недели, там, 1,5 недели доступна эта коллекция для заказа. Мы предлагаем с 15-го каталога уже эту лимитку, потому что мы знаем, что зима приходит у нас неравномерно в наших регионах, и, соответственно, где-то уже стужа, где-то уже начинается снег в октябре, вот, а где-то, конечно, еще попозже. Но подготовиться заранее, иметь понимание, что можно предложить клиентам в этот вот холодный период, имеет смысл. И что важно, да, что наша серия у нас на, по-своему, как скажем, она была ранее, да, она была в том году, и мы видели замечательные отзывы на вот эту серию с двойным питанием и аминокислотами, которые, скажем, встретились с огромным, с радостью, с удовольствием, потому что действительно очень достойный получился продукт, и как бы людям очень понравилось на самом деле и отдушка, и как он работает. И, собственно, это неудивительно, потому что мы туда положили комплекс аминокислот, которые восстанавливают структуру волоса. То есть, если совсем коротко говорить, да, то у нас волос, он как бы построен из такого белка, как кератин. Да, соответственно, это кератиновые чешуйки, они вот формируют структуру тела волоса, чешуйки верхние, да, которые есть, в целом это кератин, это белок. Но есть, так скажем, молекулы аминокислот, из которых уже кератин строится. И когда мы говорим про то, что мы добавляем аминокислоты в состав продукта, это более мелкая молекула. То есть у нас с кератином тоже много историй. Да, все-таки у нас есть кератиновая серия и в салонке, да, это наш хит. И с кератином у нас будет история в Blonde Icon, которая будет в 16-м каталоге серии для блондинок. То есть мы по-разному делаем, потому что разные производители предлагают разные активы в форме, так скажем, с кератиновой основой. Но при этом, когда мы говорим про зиму, нам хочется сделать еще более такой, знаете, проникающий уход, потому что все-таки кератин более такой плотный по своей структуре, да, вот такой белок. Вот он бывает, конечно, и жидкий, бывает более плотный, но в целом более крупная молекула. Вот, когда мы говорим про аминокислоты, это всегда более мелкая молекула, которая может проникать глубже в структуру волоса и встраиваться в существующие кератиновые структуры. Это важно, да, за счет этого, собственно, и происходит восстановление волоса. Что дают нам аминокислоты в уходе за волосами? Во-первых, это дает, естественно, поддержание уровня увлажненности волоса и удержание влаги внутри. То есть получается таким образом, что у волоса, с одной стороны, повышается гидрофобность, то есть он меньше реагирует, размокает в воде, да, во влажном климате и так далее, но при этом он лучше удерживает влагу изнутри. Удерживая влагу изнутри, он не позволяет волосу пересыхать. И, соответственно, ломкость, сухость, сечение, да, кончиков. То есть это все то, что происходит у нас вследствие пересушивания волоса. И поскольку мы сушим волосы регулярно, и чем холоднее, тем чаще, да, тем сильнее нужно это восстановление. Так вот, это двойное питание с аминокислотами как раз позволяет нам вот этот вот сложный период, в зимний период, волосы подпитать, дать им действительно такой восстанавливающий уход. В данном случае мы говорим про серию, которая идет, подходит для всех типов волос. Это, конечно, удобно, когда можно попробовать и оценить, как бы, нравится вам или не нравится. Напомню, что серия была представлена в прошлом году, и там, так скажем, уже получила позитивную обратную связь. Я думаю, что ваши клиенты, кто покупали в прошлом году, с удовольствием будут покупать и в этом. Вот таким образом выглядит наша сейчас серия. Обратите внимание, да, у нас здесь 4 продукта. Все-таки мы доработали серию и немножко с ней как бы поработали для того, чтобы не просто из года в год предлагать одно и то же, а чтобы был действительно интерес, и вам было интереснее, и вашим клиентам. Во-первых, конечно, шампунь возвращается, да, какой он был, это шампунь, стандартный, обычный шампунь, в смысле, что он не 2 в 1, это шампунь, как и был, да, то есть, по сути, здесь ничего не изменилось, и для ваших клиентов он как раз будет знакомый продукт. А дальше у нас уже идут новиночки, и мы, соответственно, формируем полный пакет, чтобы человек мог купить для себя полный набор. В частности, это вот бальзам, мы изменили формат и обогатили формулу, да, то есть было раньше, у нас были 2 флакончика вот такого размера, и мы узнали, что действительно не всем удобно и в флаконе добывать бальзам, да, выжимать его, потому что все-таки это более плотная текстура. Соответственно, туба позволяет нам доставать легче бальзам, и, соответственно, здесь еще у нас есть возможность, для того, что мы уменьшаем немножко формат, сделать еще более насыщенную формулу для того, чтобы она давала лучший результат на волосах ваших клиентов. Поэтому зимой обязательный тандем, запоминайте, да, что обязательно нужно шампунь всегда сопровождать с бальзамом. Бальзам как раз у нас будет новинкой. Также в этом году мы решили порадовать наших мужчин, мужскую часть наших
нашей аудитории. И, соответственно, мы сделали в этой коллекции вот такой прекрасный шампунь 2-в-1. Я знаю, что вы очень любите этот формат, и он, конечно, прекрасен тем, что упрощает, ускоряет процедуру. Вот, и, конечно, в целом я как специалист в волосах рекомендую все-таки для мужчин, да, когда волос короткий, когда не требуется такой суперуход, но при этом тоже нужно помнить, что также требуется увлажнение, потому что, ну, никто из нас не хочет терять волосы, будем честны, да, и ни мужчины, ни женщины, поэтому вот этот уход, который дает витаминные кислоты, все-таки он позволяет нам поддерживать состояние волос в хорошем виде и зимой, и летом, в данном случае зимой, да, с этой лимиткой, вне зависимости от гендера. Вот. Но если вы, как девушка, которая все время спешит, хотите взять продукт 2-в-1, да, и тоже есть причины, да, то есть действительно это ускоряет процесс, то здесь я вам искренне порекомендую дополнить ваш уход еженедельный, 1-2 раза использовать маску. Я не знаю, сейчас видно это или нет. Мы дополним, так, мы дополнили нашу линию маской для волос еще, да, которую можно использовать как с шампунем, как с шампунем 2-в-1, и таким образом сформировать для себя такой, знаете, полноценный уход. Таким образом у нас получается, что серия у нас возвращается в количестве 4 SKU, 4 продуктов, артикулов, можно так сказать. Вот. И при этом из них, из 4, у нас 3 реальных новых продукта. Это всегда интересно. И я даже сейчас уже вижу по запуску новинок, то есть по предпродажам, и я вижу, что, конечно, этот шампунь 2-в-1, он уже, так скажем, кандидат на хиты, на хит, потому как действительно этот формат действительно очень удобен, он понятен людям, да, и, ну, в частности, ну, как мужчина, я тоже даю предпочтение обычно вот шампуню 2-в-1. Что мы получаем на выходе? Мы получаем с вами питание, крепление структуры волос, мягкое очищение и кондиционирование, силу и блеск волос. Это в целом, если сказать по серии Винтерке, в серии Эксперт, это, так скажем, то самое питание, тот самый уход, который требуется нам в зимнее время. Друзья, если у вас какие-то вопросы по поводу этой серии, здесь мне хочется сказать, что серия достаточно простая, достаточно понятная. Эксперт – это наш, так скажем, наш драйвер, наша серия хит. Вот, и уже здесь можно, мне кажется, понимая, да, что такое эксперт, легко догадаться, чем будет отличаться, собственно, что будет особенностью для эксперт Винтеркея, это именно такой вот экспертный уход. И в целом мне очень нравится позиция такая вот лимитированных серий, когда мы в сезон дополняем наш ассортимент, будь то вот зимой сейчас мы добавили аминокислоты, до этого у нас была летняя лимитка, может быть, все вы помните, пользовались ею, да, с UF-фильтрами. То есть здесь, мне кажется, как раз история о том, чтобы с клиентом иметь возможность выбора, да, того или иного продукта. Друзья, если у вас какие-то вопросы по серии Винтеркея, может быть, у вас есть другие вопросы, если в целом... Так, у нас есть чатик с вопросами, но я там тоже их не вижу. Одну секунду. Так, ну, друзья, в целом я вижу, что у нас сегодня все, видимо, очень понятно, вопросов нет. Что могу сказать со своей стороны, что сезон осень 2020 года, да, в который мы сейчас уже вошли, действительно начинается быть жарким. Пожалуйста, следите за новиночками и пробуйте, предлагайте вашим клиентам, вы сможете их оценить. В данном случае мы говорим о том, что у нас запускают Арису. Да, напоминаю, что есть серия, действительно, такой наш вход, по сути, в премиальный уход с аутентичной серией Арису, аутентичной японской серией, с традиционными японскими ингредиентами и с инновационными компонентами. Вот, сейчас мы видим, да, как у нас серия зашла, и действительно видно, что есть интерес, что есть публикации глянца у нас, и действительно для Faberlic такая серия впервые позволяет нам, так сказать, поднять уровень ухода за волосами на международный уровень, потому что напомню, что мы эту серию сделали с японской лабораторией Цуна. Соответственно, в 15-м каталоге мы вам предлагаем две новинки. Это серия Expert Wintercare и серия Love. Эта серия у нас такая ланолиновая со сквозным ингредиентом, где у нас представлены продукты и для рук, и для кожи, и, собственно, для волос. Да? То есть просто найти, чтобы показать, если я все правильно помню. А вы знаете, она будет в 16-м каталоге. Я сейчас понял, да, что я его перенес. В 15-м с одной новинка.
Вот. Но так или иначе, в 16-м будет вот Love-серия с Луналином, потом у нас будет в 16-м каталоге серия для блондинок долгожданная, которая, к сожалению, перенеслась из-за вот задержки с поставками ингредиентов. Вот. И у нас как-то так. Друзья, спасибо большое за ваше внимание, спасибо, что присоединились, нашли сегодня время для нашей встречи. Если у вас есть вопросы, если появятся вопросы, вы всегда можете написать в обратную связь с пометкой для Рустема Мустафина, и я лично отвечу вам на ваш вопрос, если у вас такой есть. Всем большое спасибо, хорошего дня, отличных выходных, всего доброго, свидания.